В день святых Петра и Февронии Муромских митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил божественную литургию в Краснодарском храме Покрова Божьей Матери. А после службы прошел приходской концерт. Подробнее о празднике расскажут наши коллеги. Нижний предел храма освящен в честь святых угодников Божьих Петра и Февронии. Как всегда, в празднике здесь собралось много верующих. Пришли семьями, много казаков, детей. Поэтому служили в главном большом пределе Покровском. Много потрудился настоятель протоиерей Иоанн Гармаш над строительством и благоукрашением этого храма. С первых лет настоятельства батюшка учредил при храме семейный центр, открыл детскую ремесленную школу. А потом появился и предел в честь благоверных князей, а затем и памятник Петру и Февронии. Ну а сегодня все славили Бога, возносили молитвы Спасителю, Божьей Матери и благоверным князьям. По завершении литургии все вышли на крестный ход. Невзирая на жаркое кубанское солнце, шли радостно и пели молитвы. Владыка-митрополит кропил всех святой водою. По окончании службы владыка Исидор обратился к собравшимся с архипастырским словом. Я вас сердечно, братья и сестры, поздравляю с этим светлым, радостным праздником. Праздником любви, супружества, верности. Поздравляю вас. Это праздник и церковный праздник, и гражданский праздник, который также светло празднуется всеми жителями нашей страны. В завершении праздника все вышли во двор, где уже начался детский концерт. Благословив детей, владыка с духовенством прошли к памятнику святым благоверным князьям. На этом завершился праздник Петру и Февронии в Краснодарском Покровском храме.